Здравствуйте, дорогие друзья! Я сегодня снова в лесу, и вот это первый мой гриб на сегодня. Зонтик пестрый. Видите, какой красивый, светленький на этот раз зонтик. Ножка коричневая, ну, в чешуйки такие. Опа, сломалась ножка. Ну, они, ножки хрупкие и в то же время такие жилистые, вот когда захочешь сломать ее, не очень-то сломаешь. Кольцо на ножке, и кольцо слетело. Но оно не приросшее, оно свободно движется по ножке. Ножка, вот видите, когда нужно ее сломать, она, в общем-то, не хочет откручиваться. Вот, грибы бывают червивыми. Ну, этот хороший, не червивый, но нужно всегда проверять грибы, эти зонтики, на червивость. Вот этот хороший, красивый зонтик, чешуйки вот только на шляпке на верхушке, а сама она такая светленькая. Ну, вот кольцо, видите, оно гладкое там вот, где по ножке двигалось, оно гладкое, видно, что не было приросшее это кольцо. Вот такое оно. Ну, довольно большое кольцо, я бы сказала. Ну и ножка вот булава такая внизу, утолщение. И чешуйки в виде такой змеиной, как змеиный рисунок. Вот. Чешуйки бывают по всей шляпке, ну а здесь вот только в середине чешуйки коричневая. И пипочка, бугорок, однотонный коричневый бугорок на шляпке. Вот такой гриб. Хороший, съедобный гриб. Я его всегда беру. Они вкусные, эти грибы. Их можно жарить, можно мариновать, когда они еще закрыты, шляпки в виде такой, ну, яйцевидную форму имеют. Ну, в общем, вот первый на сегодня мой гриб в корзинку. Вот я сегодня снова в лесу, день красивый, обещает быть и теплым, и приятным. Ну, роса, очень большая роса. Вот такой денек сегодня. Друзья, вот это похоже на масленок настоящий. Да, вот и пленочка есть. Ну, все как обычно, да? Привычное нам. Хороший грибочек. Масленок обычный или масленок настоящий. Хороший, вкусный, съедобный грибок. Молоденький еще. Да. Хороший грибочек. Беру, конечно. Так, хорошо. Друзья, а вот целая семейка маслят. Масленок настоящий. Вон один еще, который я уже раскопала. Так. Вот, видно, что это настоящая пленочка. Хорошие. Я думаю, что должны быть всех. Ой, все хорошие. Да, хорошие. Тоже хороший. Тоже вот 4 масленочка. И все хорошие. Беру, конечно. Вот, друзья, еще парочка маслят. И, по-моему, тоже маслята настоящие. И вон еще один. Ну, давайте этот возьму. Да, масленок настоящий, пленочка на нем есть. И эти два такие же, по-моему. Да. Вот 3 масленочка. Хороший. Этот погрызенный, но хороший.
Беру три, закрою корни. Беру три грибочка. Вот, хорошие, все хорошие три грибочка. И что удивительно, вот там внутри чаще этой грибов нету. А вот, видите, вот конец уже этой посадки молодой. И вот рядом, не совсем на солнце, а вот рядом, вот. А внутри нету ничего, а там внутри пусто. Так что вот, вот так выбирают место, где им удобней. Вот хожу-хожу по этому молодничку. Вот там, видите, уже он заканчивается. И вот, вот опять маслятки. И опять обычные. Не... А нет, да, обычные. Показала, что нету пленочки. Обычный масленок. Обыкновенный. И это обыкновенный. И этот, конечно, тоже. Сейчас позакрываю места, где они росли. И посмотрю на червивость. Должны быть хорошие. Да, все хорошие. Ну и замечательно, все беру. Но больше я пока здесь не вижу. Пойду искать следующее место. Ну вот туда пройду, к концу. Вот, друзья, я нахожусь среди этих молодых сосенок. И вот пришла на то место, где я в прошлом году осенью видела сухое что-то. Похожее вот именно вот на этих местах. Вот здесь. Вот здесь. Две кучки, похожие на вороночник. Гриб такой, лисичка черная его еще называют. Ну, я вживую этот вороночник никогда не видела. Но мне в комментариях написали, что вот то сухое, что я показывала, похоже на вороночник. Ну вот, буду сюда приходить, смотреть. Может, появится действительно. Интересно бы его посмотреть. Я его никогда вживую не видела, этот гриб. В Европе считается деликатесным. Но буду иногда наблюдать. Ну, вот это молодые, молодой сосонник посадки молодой сосны. Вот, друзья, пуговка масленочка настоящего. Вот чуть побольше. Вот еще чуть побольше. А вот два уже хороших. Так, и где-то здесь вот еще семейка. Видите? Ну, что-то здесь можно взять, что-то нет. Где-то там я еще видела. Ну, в общем, сейчас вот это вот место обойду. Посмотрю. Ну вот, можно брать. А вот еще. Вот еще один. Вот в копытце. Так. Масленочек настоящий. Так. Ну вот, беру, да? Беру, беру, мои хорошие. Так. Вот. Идем туда. Вот, ну вот сейчас эти все поберу. Так, это закрываем. Да, по-моему, они не могут сейчас быть червивыми. Когда им было портиться, они недавно повылазили. Да, все хорошие. Ну, этот я, конечно, брать не буду. А, вот этот еще возьму. А вот этих, как их,
Зернистых я сегодня пока не видела. Ну вот, все хорошие, и все забираю. Друзья, собиралась вот туда, на ту поляночку солнечную пролезть вот здесь, и чуть не наступила вот на эти вот три грибочка. Сейчас я их возьму. Думаю, что они хорошие, как и те, которые были до них. Да, вот. Так что беру и пойду вот туда, вот на ту полянку. Посмотрю, что там. Ну вот, думаю уже, что надо перейти в какой-то другой лес. И всегда, когда я собираюсь уходить, мне под ноги грибочки. Вот и на этот раз точно так же. Вот три, вот четвертый, и вон там, ну я к нему подойду. Сейчас подойду, возьму большой. Вот он, большой. Наверное, будет плохой, но возьму, потом проверю. Нет, хороший, так что беру его тоже. Вот. И пойду забирать те поменьше, которые красотулечки. Ну, этот вот малюсенький пусть сидит дальше. А эти три заберу. Вот. Вот такая получилась находка. Красивая и вкусная. Вот, друзья, перешла в другое место. И вот, пожалуйста, это масленок, но зернистый. Сейчас проверю. Сейчас проверю. Вот, видите, да, зернистый. Нету никакой пленочки. Молочко не выделяется, потому что он уже, ну, старый грибок. Вот, но пленочки никакой нету. Все, наверное, плохие. Вот этот непонятно. Все равно плохой. Ладно, все плохие, но факт, что это масленок зернистый. Это тот же лесок молодой, но в другом совсем месте. Вот видите, все-таки отличаются. И вот еще тоже масленочек зернистый. Но тоже думаю, что это будет плохой. Да, видите, плохой. Ну ладно, поищу здесь, может, молоденькие будут зернистые, тогда покажу. Ну, сейчас обойду, посмотрю. Друзья, вы посмотрите, сколько здесь их. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот здесь сразу 2, 9, 10, 11, 12. 12 вот. Вот на таком месте. Но я думаю, что они будут уже... Это масленок зернистый. Но я думаю, что он уже будет плохой. Сейчас проверим. А вон еще один. Не посчитала. Ну, давайте. Плохой. Ну, тут тоже плохой. Но я их переверну, пусть семена выбрасывают. Тем более, тоже, ну, жаль, конечно, как-то они быстро, вот этот можно взять. Так, вот эти два братика проверим, и оба плохие. Ну, бывает, ничего страшного нету. Все плохие. Значит, из этой всей семьи большущие. Ну, те тоже я могу проверить. Но пока вот взяла только один маленький.
Так, сейчас проверю. Но запах, руки уже такой запах вкусный имеют. Ну, плохой. Этот тоже плохой. Ну, и этот будет. Не буду даже резать, пусть стоит. Молоденькие не попадаются, а эти вот все плохие. Ладно. Но это маслёнок зернистый. Видимо, вот ему раньше нужно было. А вот это уже масленочек настоящий, по-моему. Ну, сейчас проверю. Да, настоящий, и он хороший. И проверю, ну, вот этот малюпасенький, но тоже возьму. Слишком быстро они растут и становятся червивыми. Хороший, этот плохой, этот хороший, ну, и тот маленький. Тоже должен быть, да, хороший. Ну вот, из этой семьи получилось вот эти вот хорошие и один плохой. Ну ладно. Вот, значит, беру грибочки. Ну вот, сейчас еще здесь посмотрю. Может, еще что-нибудь найду. Хорошо. Друзья, на этом я буду прощаться с вами. Всего вам самого-самого доброго. Здоровья, счастья, успехов, благополучия, мирного неба над головой. Будьте счастливы, мои хорошие. До свидания.